Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы обсуждаем состояние транспорта в Российской Федерации. Гости нашей студии. Кувалин Дмитрий Борисович, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук. Петрушин Александр Дмитриевич, заместитель директора Института демографии, миграции и регионального развития. Щербанин Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа имени Губкина, доктор экономических наук. И Янков Кирилл Вадимович, член Общественного совета при Минтрансе России, заведующий лабораторией ИНП РАН. Дмитрий Борисович, самый простой вопрос и в то же время самый сложный. Как вы, в принципе, оцениваете состояние транспортной системы в России? Вот вкратце, но всех аспектов. Вкратце, но во всех аспектах. Наверное, как и всякую такую сложную тему, всякий такой сложный народно-хозяйственный комплекс, транспортную систему трудно оценить однозначно. Где-то дела обстоят вполне удовлетворительно и даже хорошо, где-то наоборот неудовлетворительно, где-то мы потеряли те преимущества и те достижения, которые были достигнуты там, в период советской экономики, где-то, наоборот, мы смогли несколько продвинуться вперед. Но если говорить о таких глобальных, что ли, проблемах и направлениях развития, то, конечно же, уровень развития транспортной инфраструктуры в России отстает от того уровня, который существует в подавляющем большинстве развитых стран. Это отчасти объясняется, может быть, и эконом-географическими обстоятельствами. Страна у нас большая и вытянута в широтном направлении. Это не очень удобно для развития транспортной инфраструктуры. Но это объясняется также и экономическими причинами. То, что мы вот экономически довольно серьезно отстали, и нам надо догонять. И причем у нас нет другого пути, как все-таки опережающими темпами эту транспортную инфраструктуру развивать, и чего мы не наблюдаем в полной мере. И вот это, пожалуй, что главная проблема нашей современной транспортной системы. Есть еще проблемы, о них, я думаю, скажут коллеги, но в отличие от проблем транспортной инфраструктуры, их можно решать быстрее и дешевле. А вот ключевой, все-таки, и наиболее капиталоемкой, требующий наибольших затрат времени и денег, является проблема развития транспортной инфраструктуры. Эту проблему мы просто обязаны решать у нас в стране. Давайте сейчас познакомимся с некоторыми цифрами и сравним транспортные перевозки в России и в Советском Союзе. Итак, по данным Росстата, с 1990 года по 2017 перевозка грузов железнодорожным транспортом сократилась на 38%. А перевозка грузов автотранспортом за тот же период сократилась еще больше, на 65%. Кирилл Владимирович, а как бы вы могли прокомментировать? Вот, честно говоря, когда я читал материалы к передаче про автотранспорт, это даже для меня была новость, потому что вот все дороги в московском регионе, они забиты этими фурами, но ситуация с сокращением грузоперевозок за, скажем так, годы экономических реформ, она, на мой взгляд, просто катастрофическая. Ведь грузоперевозки, наверное, это яркий показатель развития экономики. Да, я хочу прокомментировать так. В Советском Союзе перевозки автотранспортом достаточно полно учитывались статистикой. Сейчас вот водители этих большегрузных фур, они в большинстве своем являются индивидуальными предпринимателями, малыми предприятиями, и там никакой статистической отчетности нет. И значительная часть перевозок просто перестала учитываться статистикой. Mm-hmm. Что там происходит? Может быть, данные системы Платон что-то могут сказать. Думаю, что падение, если и есть, то оно, конечно, не такое масштабное. Я хотел спросить, извините, что перебиваю, но можно скрыть сколько-то там? Знаете, как на выборах тоже есть какие-то зазоры для фальсификации, но 65% никак за счет неправильной статистики не учтешь. И потом я помню советские учебники, помните, у нас там была данная, что 53% мировых железнодорожных перевозок приходилось на Советский Союз. Расстояния, конечно, большие. Да, с железнодорожными перевозками ситуация другая. Они достаточно полно учитываются, и в советское время, и сейчас они учитываются. Почему они упали?
Здесь, с одной стороны, есть некие объективные обстоятельства, да, потому что в условиях рынка все-таки произошла определенная оптимизация плеч перевозок. Не везут уже так далеко, просто потому что Газплан сказал, что надо вот на это предприятие или на эту электростанцию возить уголь оттуда-то за 3000 километров. Может быть, оказалось, что можно возить уголь за 1000 километров немножко другой марки и дешевле один раз настроить котлы на эту марку угля, но плечо перевозки снизить в 3 раза. Да? Есть объективная составляющая, безусловно, но есть составляющая, что действительно во многом показатели развития экономики в целом такие стали, что и транспорт отвечает вот этим вот показателям сократившейся экономики. Кстати, знаете, Александр Ильич, мы тут вот не привели цифры по авиаперевозкам и по морским перевозкам. Там, к сожалению, примерно та же самая картина. Но вот что я хотел у вас спросить. Правительство говорит, что в ближайшие 6 лет выделит 7 триллионов рублей на национальные проекты. Говорят, что будет 690 объектов инфраструктуры либо реконструировано, либо построено. Ну, на ваш взгляд, насколько это реально, насколько это осуществимо? Ведь все предыдущие обещания правительства, они, к сожалению, выполнялись или не совсем так, как нам хотелось бы, или совсем не так. Ну, мы немножко этих в работе нашего института немножко этих вопросов касаемся. И что мы видим? Что вот эти национальные проекты, ну, вот в частности, те, которые повлияют на транспортную отрасль, идет прежде всего упор на экспортоориентированную продукцию, какую-либо. Будут оказывать финансовую поддержку, там, гасить кредиты. Чтобы удобнее было вывозить. Ставку, да, угу. Чтобы наша продукция, какая-то продукция, была более конкурентоспособна. И экспортеры, подразумеваются, что все бросятся, начнут вывозить. К сожалению, пока видится только вот это, вот этот вот фокус в этих проектах, ну, которые повлияют на транспортную. Каким-то образом они, конечно же, повлияют на транспортную отрасль, но опять же это экспортоориентированность. Надо будет решать где-то подъезды к морским портам расширить, где-то там дать какому-нибудь Мечелу кредит, чтобы он себе порт улучшил, там очистку угля, чтобы против пыли они поставили себе установки. Ну, какие-то такие мелкие задачки будут решены, но я считаю, что это не даст какого-то масштабного эффекта. И эти заявления, к сожалению, скорее всего, останутся, ну, может быть, в лучшем случае на 50% выполнены. Юрий Алексеевич, вот действительно, четверть века, даже чуть побольше, мы перевели страну на рыночные рельсы. Действительно произошла, прости господи, оптимизация. Сейчас это такое же ругательное слово, как реформы. Вот. Действительно, наверное, как-то были оптимизированы затраты. И что мы в результате видим с точки зрения рынка? Что тарифы растут, доступность услуг падает. Вот для простого, для обычного гражданина. То есть действительно с точки зрения рыночной оптимизация произошла, а с точки зрения переезда из пункта А в пункт Б ситуация, безусловно, ухудшилась. Что с этим делать? Как людям перемещаться по нашей огромной стране? Хотел бы еще по железнодорожному транспорту сказать. Вот по погрузке действительно упало. Причем, если с 1985 годом там было 2,7 миллиарда, а у вас стоит 2,1 по 90-м. И что касается такого показателя, как грузооборот, тонны километры, то сейчас он выше, чем в советское время. Почему? Потому что резко увеличились плечи перевозок у нас. Экспортные грузы пошли в порты, и тонны километры увеличились. То есть мы стали возить как раз наоборот дальше, возить дальше. Ага. Это и средний пробег по железнодорожному транспорту, он растет с каждым годом. Поэтому у нас показатель по грузоперевозкам, по тоннокилометрам, он выше, чем был в советское время, если сравнивать. Да. Вот. Что касается роста тарифов. Я, честно говоря, изначально был, но меня никто не спрашивал, против реформы железнодорожного транспорта, потому что это естественная монополия. Естественная монополия, как только ты пытаешься из естественной монополии сделать конкурентную среду, ты попадаешь на высокий рост цен. Естественно. Потому что если сделать конкурентную среду на железной дороге, надо построить 7 транссибирских магистралей, чтобы поезда ехали на перегонки. Тогда у тебя конкуренция. Ну или хотя бы 2. Хотя бы 2. То же самое с ЖКХ. Почему рост тариф на ЖКХ? Потому что для того, чтобы тарифы падали, нужно поставить 4 раковины, 4 водопровода чтобы и так была далее. Конкуренция, да. И это доказано в экономической литературе, в классической, что как только монополию естественно режут, все,
Это графики полно, это в учебниках написано. Поэтому тарифы, конечно, они будут расти, но вот я хотел бы сказать, что при нынешнем руководстве РЖД, когда вот Белозеров у нас там, значит, начальником сейчас, ему удалось все-таки так более-менее стабилизировать. Но я скажу, что когда есть частный собственник, он никогда не пойдет на снижение. Поэтому тот подвижной состав, который появился у частных компаний, ну ни один частный собственник, ну никогда тебе не снизит цены. Нет такого тренда. Если говорить глобально, да, на священную корову, так сказать, попробую покуситься, насколько вообще рыночные отношения применительны для транспортной системы именно России? Это же совершенно уникальная страна с точки зрения расстояний, к сожалению. На автомобильном транспорте, да. Что касается морского транспорта, у нас его практически нет. Да. Вы знаете, что в советское время мы перевозили 85-86% грузов внешней торговли Российской Федерации. Сейчас меньше 2%. И он же самый дешевый вообще-то. Ну да, водный транспорт весь самый дешевый. Речной транспорт, ну он сейчас немножко не в том состоянии. Все-таки до 600 миллионов в России, российские реки перевозили в советской экономике. Сейчас 118 по 2017 году, по 2018 еще пока не озвучили цифру, там не везде посчитали. 600 и 118. Это 600, 550, 580, 600, до 600 доходило, миллионов тонн. Сейчас вот 118 было в 2017, и сколько будет. Но я бы хотел подчеркнуть, что вот Россия входит в четверку стран мира, где порты морские обрабатывают больше, чем 800 миллионов тонн грузов в год. Это вот Соединенные Штаты, КНР, Австралия и Россия. И у нас морские порты ни разу практически, один год был, чуть-чуть упали, а каждый год у нас шел рост. Это говорит об огромном работе, которая проводится в морских портах. 800 миллионов прокатай на 67 портов у нас, сколько в России. Ни одна страна так не умеет. Поэтому я всегда смеюсь, когда логистов России по международным рейтингам ставят на 102-е, на 104-е место. Ну, эти рейтинги, если взять образование, например, там примерно такая же ситуация. Поэтому я бы хотел сказать, что российский транспорт, он работает, он не подводит грузоотправителей, грузополучателей. Вот. Что касается транспортной инфраструктуры России, то в европейской части она выше уровня, чем во многих странах мира. В европейской части по плотности, по железных дорог, по, значит, густоте, как есть густота и плотность, там есть показать такие. Что касается дальше, у нас идет воронка на Урал, и затем единственный Транссиб и автомобильная дорога через всю Сибирь. Но там плотность никому не нужна, никто же не поедет там посередине тайги строить дорогу. Поэтому я еще раз подчеркиваю, российский транспорт работает хорошо, на мой взгляд. Дмитрий Борисович, ну, и в советское время, и даже в дореволюционное время железнодорожные тарифы в России дотировались. И, наверное, это единственная возможность для существования реального железнодорожного транспорта у нас. Вот сейчас, когда мы перешли на рыночную основу, насколько это актуально? Вот складывается такое впечатление, что, допустим, РЖД, ну, вынужденно, вольно-невольно стремится переложить основной груз своих тарифов на пассажиров. Мы видим постоянный рост, уже, я бы сказал, неразумный рост цен на пассажирские перевозки. Вот мы, помните, перед передачей обсуждали, что железнодорожный транспорт начинает стоить дороже, чем автомобильный, дороже, чем самолет. Это явно неразумно. Вот на ваш взгляд, как быть при рыночной экономике с дотированием тарифов на железнодорожный транспорт, по крайней мере, в области пассажирских перевозок? Ну, здесь, видимо, надо вернуться к теме, которую поднял Юрий Алексеевич, о том, что железнодорожный транспорт в России – это самое, что ни на есть, естественная монополия. В рамках естественной монополии, если она такой и остается, и охватывает все железнодорожное хозяйство, проще оптимизировать издержки и контролировать уровень тарифов. И роль государства в этом случае сводится к тому, чтобы не допускать безобразий, потому что естественная монополия, она тоже, конечно, может иметь склонность к безобразиям. Mm-hmm. Да? Вот. Но, конечно, видимо, вот это
реформа железнодорожного транспорта явно перешла какие-то разумные границы. Ну, она изначально, на самом деле, предусматривала вот такую тотальную достаточно приватизацию различных элементов железнодорожного хозяйства, железнодорожного транспорта. Потом отчасти в несколько судорожной манере были предприняты многочисленные попытки компенсировать вот результаты этих ошибок. Хотя, ну, наверное, даже на железнодорожном транспорте можно выделить небольшие сегменты, где конкуренция допустима и даже полезна. Ну, а дальше встает вопрос, за счет чего поддерживать тарифы на приемлемом для населения уровне. Там же есть глобальная такая проблема. Низкие доходы населения и высокие издержки железнодорожных перевозок. И если бы у населения были высокие доходы, то ничего страшного вроде бы, да? Ну, как в Швейцарии, да, допустим, где билеты дорогие, но все пассажирские поезда очень популярны, потому что у населения хватает денег платить за эти билеты. Ну, раз есть такой разрыв, надо думать, как дотировать тарифы. И тут два генеральных пути. Либо сами железнодорожники во многом вынужденно повышают свои тарифы для того, чтобы покрыть свои издержки, и тогда вот и возникает этот разрыв между тарифами и доходами населения. Либо государство все-таки помогает за счет бюджетных средств железнодорожникам и вот выделяет те или иные дотации. Ну, собственно, это в какой-то мере у нас всегда происходило, и в том числе в последние годы, когда... Да у нас оно же продолжает существовать, перекрестное субсидирование, когда часть выручки, полученной от грузовых перевозок, направляется на субсидирование пассажирских. Но у нас и прямое субсидирование из федерального бюджета есть, я дополню, да? Да. Субсидируются дальние перевозки. 8,5 миллиардов, кажется, в год это субсидия из федерального бюджета на 2019 год. И субсидируются пригородные перевозки через покрытие из федерального бюджета, разница в инфраструктурной плате, которую пригородные компании платят РЖД. Они платят сейчас 1% от полного размера инфраструктурной платы, и эта разница также субсидируется из федерального бюджета. Ну, вот тем не менее, чтобы уж завершить эту тему, поскольку я думаю, что это один из самых важных вопросов для людей, это тарифы на железнодорожные перевозки. Они сейчас явно неразумные, они сейчас запредельно высокие. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что большое количество людей ездит работать в крупные города, например, из области в Москву. И вот я смотрю, человек туда едет, обратно едет, плюс метро, плюс еще какой-то транспорт, он вынужден проезжать всю свою зарплату и вынужден быть зайцем, попадать там, выпадать из поля закона. Вот что здесь можно сделать? Как, каким образом не допускать? Ведь эти тарифы регулярно растут. И они будут еще расти. Да, вы знаете, я тут могу такой пример привести. В Советском Союзе, но уже там в позднее время, литр бензина стоил 40 копеек, до этого там 20, а до этого когда-то 7 копеек, не будем вспоминать. А поездка на метро стоила 5 копеек. 5 копеек, да. То есть, во сколько это раз было, получается, дешевле? 8 раз. Поездка на метро была дешевле, чем литр бензина. Сейчас литр бензина стоит, ну, 40 с лишним рублей, примерно столько же. Но одна поездка на метро в Москве, если платить картой тройки, стоит 38 рублей, а если покупать одноразовый билет, 55 рублей. То есть практически стоимость поездки на метро сравнялась с ценой литра бензина. Превысила даже. Ну, да, где-то 47-48 стоит 95-й бензин. Ну да, но если платишь картой тройка, это 38 рублей, тогда чуть меньше. Если одноразовый билет, чуть больше. Это, вообще говоря, большой экономический парадокс, который, конечно, можно объяснять тем, что в Советском Союзе была искусственная система ценообразования, да, не совсем правильная, отражающая затраты, а сейчас она рыночная, но это такое лукавое объяснение. Да. Вот если так поглубже покопаться, то, может быть, здесь тоже действует эффект монополии, да, что все-таки любой транспорт, железная дорога, метрополитен, даже трамвай, троллейбус – это монополия. А на рынке топлива все-таки у нас какая-то конкуренция между основными нефтяными компаниями поддерживается. У нас все-таки монополии нет. Вот и получается, что мы по полной программе платим за транспорт, по полной программе платим за ЖКХ, а на рынке труда мы вынуждены конкурировать в самых жестких условиях. Александр Ильич, но вот знаете,
сокращение экономики по сравнению с Советским Союзом, ну, с этим, наверное, никто не спорит, и даже некоторые экономисты либеральные считали, что это благо. Но, тем не менее, может быть, перевозки сократились просто из-за того, что нечего возить, некуда ездить, ведь и население, к сожалению, сократилось, и доходы населения сократились, и просто действительно сократилась экономика. Может быть, и не нужно, производства нет, да, может быть, и не нужно такой транспорт, как, допустим, в Советском Союзе. Ну, вот я полностью согласен, считаю, так и есть. Но если это хорошо? Да. Ну, это данность. Что мы можем с ней сделать? Мы можем ее обсудить, но мы можем и предложить какой-то план, что с этим делать. Транспорт ведь это функция от производства, от промышленности. Транспорт – это обеспечивающая функция. То есть должны производиться материальные блага, они должны перемещаться, транспорт это обеспечивает. Речной, железнодорожный, авиационный, автомобильный, трубопроводный, в конце концов. Нефть производится, транспорт обеспечивает. Не производятся промышленные изделия, транспорт отвалился. Тысячи железнодорожных станций грузовых, на которых, наверное, за 20 лет ни одного поезда не пришло. На карте железных дорог есть, но станции уже не существуют физически. Поэтому я к чему? Может быть, нужен промышленный план, новый план по размещению производительных сил. Но, к сожалению, у нас на высшем уровне не ставятся таких задач. В этом главная проблема. То есть транспорт – это производная от производства. Да. А производство запускать никто таких задач не ставит. Государство сегодня декларирует открыто, и высшие чиновники это говорят. Государство ничего никому не должно и не делает. Не должно делать в промышленности, когда какие-то инициативы выдвигаются. Открыто говорится, что это не наша задача, этим бизнес должен заниматься. Это абсолютно открытая политика, в этом нет никакого секрета. Но с этим можно частично согласиться, но проблема ведь в том, что большие серьезные вещи без роли государства невозможно сдвинуть. Невозможно пересмотреть политику, например, по, не знаю, перемещению углеводородов. Можно там заместить гидроэнергетикой электроэнергию, которая сжигается сегодня углем, газом и так далее. Можно этим заместить, но государство почему-то в этом не хочет пока участвовать. Может быть, сил пока нету, но вот я эту проблему пока ставлю. Это большой вопрос. А транспорт к этому подтянется. А Юрий Алексеевич, вот опять же, вокруг темы тарифа будем постоянно ходить, потому что при рыночной экономике деньги – это самое главное, как для производителей, так и потребителей. Вот что сделать, чтобы тарифы стабилизировать или тем более снизить? И если затрагивать политический вопрос, вот посмотрите, вы, наверное, может быть, в курсе, какая была ситуация с авиаперевозками, например, в Магадан. Целая проблема. И некоторые регионы нашей страны попросту при таких тарифах, при таком подходе, они оказываются в изоляции. И ладно, просто в изоляции. С соседними странами у них грузооборот растет, а с Россией, с материковой, падает. Вот не кажется ли вам, что это становится просто опасным для государства в целом? Я хотел бы уточнить, вы сказали пассажиропоток или грузопоток? Это я бы хотел здесь сделать вот такое. Но они начинают общаться с тем, что ближе. А ближе, например, что ближе к Дальнему Востоку? Конечно, не Москва. Ну, естественно, для Новосибирской области, например, сейчас очень активно завозят там продукты сельскохозяйственные с Казахстана. Им ближе. И в этом нет ничего плохого. Но я бы хотел обратить, вот Александр Дмитриевич, он затронул правильную такую, на мой взгляд, деталь, отметил. Знаете, есть такой хитрый показатель, но он не очень хитрый, специалист его знает. Это объемы перевозки грузов промышленным железнодорожным транспортом. Вот любой шпион, чтобы узнать, как работает экономика, он сразу смотрит на этот показатель. Потому что этот показатель демонстрирует, сколько грузов перемещено внутри предприятий. Вот когда у тебя показатель большой, значит, заводы работают. Там бревна перевозят, там, я не знаю, уголь туда-сюда, продукцию внутри завода. И вот это идет все в объемы промышленного железнодорожного транспорта. Вот сейчас он у нас не очень сильно растет. И видно, что многие предприятия, видимо, не работают. Или работают не с той степенью интенсивности, не с той степенью,
сколько они могут производить. Мне кажется, что тарифы, конечно, могут стабилизироваться и даже не очень расти, если будут новые объемы перевозок. Потому что когда возникает спрос на перевозки, когда грузоотправитель дает тебе перевезти больше станков, там, я не знаю, больше одежды в другой регион, то, естественно, транспортники они не будут задирать в 2-4 раза эти тарифы. А, в общем-то, это будет увидеть, что есть грузовая работа, и но, так знаете, смогут договориться. Насколько можно это все пускать на самотек? Ведь на это самотек, рыночная я считаю, стихия. Что, я отвечаю на ваш вопрос. Да. Я считаю, что нельзя отпускать на самотек. Нельзя. Должно быть более жесткое руководство. Вот и все. А если вы отпустите на самотек, то... Ну... И еще, может быть, вот тоже вы разъясните мне вот этот феномен. Ну, наверное, те, кто бывает за границей, знают, что, скажем, авиаперевозки, там, не знаю, до Лондона, там, до Парижа и прочее, они стоят намного дешевле, чем, допустим, наши перевозки по стране, скажем, до Ростова, Краснодара или вот наших европейской части России. Почему? Ведь мы же нефтяная страна. Ведь мы же производим авиационное топливо. Да, авиационное топливо у нас дороже, чем во многих странах. Авиакеросин, ТС-1. И в целом авиаперевозка у нас дороже, чем... Дороже. Я могу вот свою версию дать. Дело в том, что чем менее деятелен аэропорт, тем дороже его содержать, тем дороже обходится взлет-посадка. Потому что в аэропорту может быть 4 взлета-посадки за сутки, но там надо содержать весь их персонал, периметр и так далее. Да? Поэтому там, где аэропорты интенсивные, а в Европе они интенсивно работают, или, скажем, московский узел тоже работает интенсивно. Вот я только хотел сказать, да, московский. То это гораздо дешевле обходится, чем содержание малодеятельных аэропортов. У нас большая часть нашей сети аэропортов, это именно малодеятельные аэропорты. У нас аэропортов свыше 5 миллионов, это только Московский узел и Пулково. И, по-моему, Сочи даже до 5 миллионов. Но летать из Москвы по нашим городам тоже не так дешево. Кстати, в тот же Магадан, вот я летал несколько раз, но это просто катастрофа. Хорошо, если там предприятия дотируют кому-то. Это для гражданина просто неподъемные тарифы. Сейчас федеральный бюджет дотирует ряд категорий при перевозках на Дальний Восток и обратно. И эти категории с каждым годом растут. С этого года, например, стали еще многодетные семьи дотировать. То есть такая программа за счет федерального бюджета, она тоже есть. Я хотел бы вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Чем вызван постоянный рост транспортных тарифов в России? Общей инфляцией 2%, неразвитостью путей сообщения 1%, жадностью олигархического класса 97% и затруднились ответить 0%. Дмитрий Борисович, ну, может быть, вот этот третий пункт, он немножко жестковато сформулирован, но по сути-то это точно. Ведь если я, допустим, частный предприниматель, я заинтересован в том, чтобы прибыль у меня была максимальная. Если меня не держат вот так вот, не контролируют, я всегда обосную, что у меня издержки просто невероятные. Что с этим делать? Дело в том, что жадность человеческая, она и есть основной движитель рыночной экономики. И не только олигархи транспортные проявляют жадность. Любой таксист, даже из жихат-такси, плохо владеющий русским языком, все равно будет повышать цены максимально, ну, по крайней мере, в первый момент, когда он предложит вам свои услуги. Хотя на рынке такси, как все знают, сейчас огромная конкуренция, и цены сбивать можно. Хотя после Нового года и там они повысились, справедливости ради, да. Естественно. С жадностью как таковой в экономике ничего сделать нельзя. Но вот отрегулировать, создать механизмы, которые как-то ограничивали бы вот этот, назовем его чрезмерным, этот экономический интерес, было бы возможно. Здесь нету общего рецепта. В каких-то случаях мы уже затрагивали тему естественной монополии. Может быть, лучше не разрушать естественную монополию, а улучшать управление этой монополией и контроль за ней. В других случаях, может быть, действительно организовывать конкуренцию, но тогда уж организовывать по большому счету, чтобы одна группа таксистов не устраивала драку с другой группой таксистов. В РЖД создать конкуренцию? Создать параллельную инфраструктуру просто невозможно. Я полностью согласен с Юрием Алексеевичем. Может быть, лет через 200 что-нибудь такое можно будет предпринять.
Ну, может, через 200 лет изменятся условия, и тогда это будет возможно. Сейчас, я согласен, не нужно было бы так сильно корежить естественную монополию, связанную с железнодорожным транспортом в России. Мы не Америка, где там, как известно, существовало несколько широтных магистралей, которые вполне успешно могли конкурировать между собой при перевозках грузов от океана к океану. Нет, у нас все по-другому, и у нас естественная монополия на железнодорожном транспорте – это вещь вполне разумная. В других случаях, да, нужно конкуренцию развивать. В третьих случаях надо искать какой-то промежуточный вариант. Да, в целом это монопольный транспорт, но какие-то сегменты можно переводить на рыночную основу и добиваться снижения цен за счет конкуренции в этих сегментах. Вот. Но, повторюсь, мы с вами уже нащупали в рамках сегодняшней беседы глобальный структурный перекос – низкие доходы населения. Львиная доля проблем нашего пассажирского транспорта была бы решена, если бы в стране удалось поменять соотношение между общим уровнем цен, в том числе на транспортные услуги, и доходами населения. Ну вот знаете, мне кажется, при нынешней политике проще построить альтернативное РЖД. Вот вы отвели на 200 лет, чем... Ну это надо считать, это надо считать. Экономика – занятие, которое требует счета. Да, Александр Ильич, а... Вот помните, когда взорвался самолет компании «Когалым-Авиа», пока не выяснили, что там произошло, вскрылась проблема, на которую как-то не обращали внимания. Вот эта жесткая вроде бы конкуренция в сфере авиаперевозок выяснилось, что у некоторых компаний по 2 самолета, по 3 самолета, они из последних сил их эксплуатируют. Вообще, насколько в нашей стране при очень больших затратах производственных, при очень больших затратах из-за транспорта, из-за погоды, насколько вообще такую сферу жизнеобеспечения, как транспорт, а это все-таки жизнеобеспечение, насколько можно отдавать в частные руки? Не лучше ли все это, ну, может быть, кроме там такси, маршруток или еще чего-то, хотя тут тоже можно поспорить, все это сделать государственным, единым, установить единые тарифы? Ну, с точки зрения вопроса концентрации ресурсов для решения каких-то задач стратегических, геостратегических, то это целесообразно. Мы же от этого ушли. Когда существовал МПС, это как раз все были, и грузовые, и пассажирские перевозки, и прибыльные, и убыточные, они все были в одних руках. Поэтому да. Аэрофлот один был. Да, поэтому ты как управленец можешь концентрировать ресурс и делать где-то прорыв, прорываться в какой-то проблеме и закрывать ее за счет прибыли, которую тебе приносит. То же самое в авиации. Международные хорошие маршруты, они приносят прибыль, они были отданы Трансаэро, Аэрофлоту поделены, и государство из этого ушло. Поэтому хорошие прибыльные маршруты там, и прибыль с этого определенные люди имеют, а там, где тебе надо решить задачу, ты без денег остаешься. Насколько я помню, количество аэропортов снизилось у нас в 6 раз, да? Да. Вот. Вот это же как раз поэтому. Именно поэтому. Наверное, все хотят летать там куда-нибудь в Нью-Йорк, или я не знаю, какие сейчас направления экономически выгодные. А куда судя надо, по ценам на билеты, Лондон – самое выгодное направление. Вот-вот-вот. Но есть же масса маршрутов в нашей стране, куда просто надо летать, потому что надо обеспечивать единое пространство страны. Как вот эту проблему решать без национализации, скажем так? У меня кроме национализации ничего лучше пока не приходит на ум. А можно я это все-таки выскажу? Другое мнение. Дело в том, что авиация – это конкурентная отрасль. А зачем? И там, где… И вот, потому что есть конкретные примеры. Да? Есть конкурентные направления, и есть направления монопольные. Скажем, направление на Ижевск. Оно традиционно монопольное, потому что местная авиакомпания «Ижавия» аффилирована с аэропортом. Это одно предприятие. «Ижавия» никого не пускает летать в Ижевск. И в итоге билеты Москва-Ижевск в среднем дороже, чем билеты Москва-Екатеринбург, куда летает 4 или 5 компаний, расстояние до Екатеринбурга дольше, больше, но на том направлении есть конкуренция. А на направлении Москва-Ижевск конкуренции нету, и в итоге цены выше. Поэтому государственное и негосударственное, это вопрос можно спорить. Но то, что в авиации нужна конкуренция на основных направлениях, вот я в этом уверен. А почему? Ведь если бы была одна компания со стабильными ценами, и потом, хорошо, допустим, Ижевск, вот выгодное направление, а есть направление, я бы разделил направление, знаете, вот
на прибыльные и на заведомо убыточные. Все хотят летать на прибыльные направления, а как же жить? Вот как жителям убыточных направлений? Естественно, надо дотировать, понимаете? Вот давайте вспомним, была одна компания «Аэрофлот». Да. Идешь в кассу, а билетов нету. Вот нету билетов, ищешь знакомство, как билет купить, так тебе какой надо был улететь пассажиропоток, и так далее. Конечно. Да. Но все равно, да. А сейчас все-таки такой, да, бывают билеты дорогие, все, но такой ситуации, что билетов нету, сейчас практически не бывает. И это следствие того, что есть конкуренция. Создашь монополию, да, и снова мы столкнемся с тем, что тебе надо лететь, а билетов нету, все проданы. Да, я часто просто летаю, иногда такие вижу тарифы, что билеты-то есть, но вот не подступишься даже. Даже Дмитрий, когда ты едешь в командировку. Если позволите, я все-таки еще один аргумент приведу. В принципе, централизация и госуправление, это я не стал бы говорить, что это ужас, что этого надо всячески особенно избегать. Особенно для нашей страны. Да, что в некоторых случаях это работает хорошо, и вот там, где это работает хорошо, надо использовать. Но давайте поставим вопрос чуть иначе. Простите, а государство это кто? Знаете, государство представлено тоже людьми. В начале нашей передачи мы ругали, и не без оснований, представителей государственной власти, отвечающих там за нашу экономику. Это же тоже государство. К сожалению, повторюсь, государство – это тоже люди. И риск недобросовестного поведения чиновника вполне сравним с риском недобросовестного поведения олигарха. Здесь все-таки проблема улучшения государства тоже стоит. Вот, То есть не всякому государству доверишь все буквально, ну, да? Вот вопросы к нынешнему российскому государству, как к структуре, как к институту, действительно есть. А все ли ему можно в нынешней ситуации доверить? А, Юрий Алексеевич, а давайте поговорим о трубопроводном транспорте. Это же тоже очень важная сфера. И как, на ваш взгляд, вот как вы оцениваете состояние трубопроводного транспорта? И если это состояние неплохое, не кажется ли вам, что оно, к сожалению, связано с тем, что Россия, наша страна, постепенно превратилась в вот один большой придаток к такой большой трубе? Я как раз хотел сделать несколько комментариев по поводу трубопроводного транспорта. Ну, во-первых, хочу сказать, что это естественная монополия, и ни одна нефтегазовая компания не плачет из-за того, что это плохо. Все, значит, весь трубопроводный транспорт региональный, там есть Транснефть Урал, Транснефть Черноморский там, и так далее, все работают по своим тарифам, которые устанавливаются с помощью государства. И никто не плачет. Вот ни одного не видел нефтяника, что он ревел, что его там... Вот, кстати, тоже я про это не слышал, вот. Да. Это естественная монополия, которая работает под крышей государства. Теперь ваше слово о том, что вот мы находимся там... Вы, наверное, хотели сказать, что мы находимся на нефтяной игле. Ну, можно сказать и так. Я разговаривал с норвежцами, да. Туда часто приходится ездить. Я их спрашивал, вы... По утрам сколько ведер пепла на голову сыпите, то, что вы придаток иностранных держав, они сколько добывают нефти и газа, все продают на внешний рынок. Вот по сколько ведер? Они посмотрели на меня с удивлением и говорят, а в чем вопрос? Я говорю, у нас вот в России газету смотришь, все мы на нефтяной и газовой игле, это плохо, плачут там. Они говорят, Юрий, это ваше естественное преимущество. У вас есть конкурентное преимущество в виде углеводородного сырья и других полезных ископаемых. Главное, заработав денег, хорошо их сохранить. Вот сейчас вся Норвегия опечалена, все сидят норвежцы, я разговаривал, скоро туда поеду. И они очень опечалены тем, что не знают, что делать с $1 триллионом, которые они накопили в качестве резервного фонда из-за того, что они вот эксплуатируют нефтегазовые месторождения. Что делать? Говорят, мы не знаем. Но их там 2,5 миллиона. Их 5 миллионов. А, 5 миллионов, да. Да, прошу прощения. Ну, тоже. 5,5. Ну, это к вопросу о том, плохо или хорошо. Плюс еще там вся же нефтянка государственная. Вся а у нас-то? Государственная, да. Это, конечно, не очень здорово, на мой взгляд. Потому что мне кажется, что такие... А между прочим, мы единственная страна, нетто-экспортер нефти, у которой много нефтяных компаний. Во всяком случае, несколько.
Саудовская Аравия одна, Кувейт одна, Малайзия одна, Венесуэла одна, значит, Мексика одна, ну не будем говорить, как они работают, Норвегия одна компания, то есть все нет-экспортеры нефти имеют только одну компанию, которая жестко контролируется государством, потому что они посчитают, что это так лучше. И замечу, на всякий случай, Statoil 87% отдает в бюджет, это налог. Вот, поэтому там такая ситуация. И что касается, два слова, может быть, про Аэрофлот. Видите, у нас там было перекрестное финансирование в Аэрофлоте. Международные рейсы, значит, межрегиональные, да, внутрирегиональные и местные перевозки. Вот в Башкирии, например, самолет там Нефтекамск, Октябрьск, Ан-2 стоил 3 рубля. И это было всем по карману. Другие рейсы, на других рейсах билеты стоили дороже. Конечно, тогда был дефицит билетов, о чем правильно совершенно вот наш коллега сказал. Но там ведь не было гибкости, потому что, ну, была не та система, не было компьютеров. Это сейчас вот можно билет купить за год вперед, за полтора, тогда же нельзя было. 45 суток – это максимальное время, когда ты мог купить. И было довольно сложно планировать. Поэтому нельзя вот с теперешними подходами, компьютерными и так далее, сравнивать тот, технологии шагнули вперед. Да, другой, да. Технологии идут вперед. И еще никто не знает, если бы были в то время компьютерное отслеживание, информационные технологии и так далее, как сейчас, как бы тогда Аэрофлот планировал свои перевозки. Но уверяю вас, никак, никто бы не позволил, никакая власть не позволила, чтобы не было, нельзя было долететь из какого-то там села в Якутии до Якутска. Это партийный секретарь как встал бы там и сделал, врезали бы всем. Как так? Русские люди не могут летать в гости к бабушке. Мы не говорили про местную авиацию. Местная авиация. Да, да, вот вы и сказали. Я как раз вспомнил. Хорошо, что вспомнил. Она вообще практически умерла. Кирилл Владимирович, а вот если поговорить немножко о речном транспорте. Знаете, в интернете очень любят вывешивать вот эту картинку. Может быть, тоже видели движение по Волге около города Горького в 1956 году. И там примерно такая ситуация, как у нас в Москве в час пик на дорогах. Сейчас речной транспорт практически полностью отсутствует, за исключением, может быть, каких-то прогулочных пароходиков. Вот за исключением, как это произошло? Да, за исключением тех мест, где он остался безальтернативным, в основном это на севере и в Сибири, он действительно отсутствует. А почему? Ну, во-первых, я хочу сказать и позитив. Во-первых, во многом потому, что стали лучше автодороги, стало значительно больше мостов. Через ту же Волгу за последние 20 лет построены новые мосты в Саратове, в Волгограде, в Кинешме, в Ярославле, да, не было этих мостов, был водный транспорт. Это первое. Второе. Водный транспорт, он объективно медленный, а что касается водоизмещающих судов, а что касается судов на подводных крыльях и на воздушной подушке, то они быстрые, но они крайне неэкономичные. Но они никогда и не были грузовыми, да. Да, угу. Они были пассажирские. Что касается грузового речного флота, почему он так, конечно, сильно упал? Особенность России, то, что у нас навигация только несколько месяцев в году. Вот в Европе по Рейну, посмотришь, зимой в январе навигация, да, по Сене, да, навигация, везде навигация. То есть у нас, допустим, инвестиция в речное судно, ты платишь деньги, но это судно будет 5 месяцев в году возить грузы, а 7 месяцев в году будет стоять. И все это время оно требует постоянных затрат, потому что экипаж не уволишь по окончании навигации и новый заново не наберешь. Значит, надо платить за стоянку, за экипаж, за поддержание и так далее. То есть вот экономика речного флота, с одной стороны, весь провести тонну рекой, конечно, дешевле, чем любым другим видом транспорта. Но с другой стороны, во-первых, вот эта сезонность. Во-вторых, то, что у нас речные пути далеко не всегда соответствуют основным направлениям перевозки грузов. Все это, к сожалению, это объективные стороны. Но есть и субъективная сторона. Конечно, государство внутренний водный транспорт недостаточно поддерживало. Я бы даже сказал, совсем не поддерживало. Поддержка началась вот буквально несколько лет назад. Принята новая стратегия развития внутреннего водного транспорта.
транспорта, стало субсидироваться строительство судов, да, наконец новые гидротехнические сооружения появились, построен пару лет назад Кочетовский гидроузел на Дону, сейчас уже началось строительство низконапорного гидроузла в районе Нижнего Новгорода, который позволит вот это вот место мелкое, чуть выше впадения Оки в Волгу как-то проходить во все периоды навигации, а не только весной. То есть, да, есть надежда, что ситуация изменится. Да, есть надежда, что удастся тренд этот переломить. Ну, это уже просто, конечно, восстанавливать всегда дороже, чем поддерживать уже существовавшее. Это, конечно, прокол имеет долгосрочные последствия. Я вспоминаю Егора Гайдара, когда у него спрашивали, что не удалось сделать, он говорит, отпустить цены на энергоносители. Если бы он это сделал, это совсем бы все разрушилось. Александр Дмитриевич, а вот посмотрите, если поговорить о скоростном железнодорожном транспорте, вот мы смотрим на Китай, огромное количество дорог и, в общем-то, своего производства. А что у нас в этой области происходит? Вот трасса Москва-Казань, то ее собираются строить, то вроде уже передумали, то вроде бы опять собираются. Сапсан, насколько я знаю, в Нижний Новгород, в Горький, он теперь не ходит. Вот ходит нет, только... Нет, почему? Ходит, да? Ходит по обычным путям. Но, в общем, эта сфера у нас развивается, скажем так, не так быстро, как это следовало бы. Вообще, насколько это в нашей стране возможно, насколько это перспективно, и почему, может, странный вопрос, почему мы так сильно отстаем от того же Китая? Ну, на Китай здесь равняться тоже не стоит, потому что профессионалы-эксперты говорят, что они со своей манией высокоскоростных магистралей доиграются в перспективе. Могут доиграться. Могут не доиграться, но могут доиграться. Перебор с инвестициями в скоростной магистрали и недобор инвестиций в грузовое сообщение. Ну, если тогда взять среднеевропейский уровень. Ведь действительно, у нас фактически два направления. А это важно, жизненно необходимо. Ну, здесь очень такой... Сегодня он, этот вопрос хорошо виден. Себестоимость скоростных железнодорожных перевозок. К сожалению, когда начинался проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург в конце 90-х, этот проект угробили. С одной стороны, говорили, что там очень много воруют, с другой стороны, была обида на инициаторов этого проекта, которые проект запустили, но тогда очень легко можно было переходить, там, переступать через голову чиновников и согласовывать это непосредственно то у Бориса Николаевича. И очень много обиженных на этот проект. В общем, проект не реализован, нашли его как закрыть. Но что тогда было, с моей точки зрения, хорошего в том проекте? Там был отечественный подвижной состав. Там к работе над подвижным составом нового поколения приступили, ну, на отечественной технологической базе, плюс Прибалтика была задействована. А у нас ведь все эти поезда иностранные, Siemens и Ласточки все иностранные, кстати, так слово. К сожалению, да. И получилось, и угробили нужный, он сегодня нужен. Этот новая скоростная магистраль для чего нужна? Потому что там другие радиусы поворотов. Там поезда могут развивать высокую скорость. Они, кстати, ходят ведь у нас по старым рельсам. Вот эти скоростные поезда, они по тем же путям. По ходят, тем же да? путям, но пришлось мосты перестраивать, радиусы переделывать, контактную сеть переделывать. То есть затраты, в принципе, те же самые. Как вы оцениваете перспективы развития скоростных поездов у нас в России? Есть ли у нас сейчас на сегодняшний день кадры необходимые, мощности, ресурсы? Или... Хороший вопрос. С той же самой Казанью копья ломаются до сих пор, потому что ну, пассажиропоток неоднозначен, что авиация этот вопрос закроет и закрывает без проблем. С Питером, да, в Москве и Санкт-Петербургу вообще нужен отдельный скоростной путь, где можно развивать поездам 500 километров и выше. И это ну, из Москвы в Санкт-Петербург за полтора часа. Если бы там тот проект не загубили, мы бы могли ездить за полтора часа в Санкт-Петербург. Это супер класс. Дорогие друзья, к сожалению, время программы подошло к концу. Я всем задам один и тот же вопрос. Просьба отвечать кратко. Кирилл Владимирович, так все-таки где искать выход? Каким образом нам нашу транспортную систему привести в соответствие с потребностями нашей страны и прежде всего наших жителей? Во-первых, нужно, конечно, больше инвестировать.
И там, где только государственные средства, значит, надо тратить бюджетные средства. Там, где можно привлечь частного инвестора, можно. Там в аэропортовые терминалы, в логистические терминалы, в подвижной состав. Если можно привлекать частные деньги, а у государства денег не хватает, значит, надо их привлекать и выстраивать такую экономическую модель в транспорте, при котором не будет неоправданного роста цен, и транспорт будет удовлетворять потребностям экономики. А, Юрий Алексеевич? Я бы разделил вопрос на два. Есть пассажирские перевозки, да, и грузовые. Что касается грузовых перевозок, то я думаю, что дела обстоят не самым плохим образом. И, в принципе, развитие идет в соответствии с потребностью экономики. Что касается пассажирских перевозок, то, конечно, надо уделить внимание, чтобы люди могли больше и чаще ездить. Это хорошие дороги, тогда сразу поедут на машинах, а не поедут на электричках. И, конечно, вот эту вот транспортную связующую внутри России надо развивать через местную авиацию, региональную авиацию. Высокоскоростные поезда у нас не пойдут, потому что это большие капиталовложения, денег никто не даст. И здесь надо просто надеяться хорошо делать хорошие поезда, обычные междугородние, и авиация. Главным образом авиация. Александр Ильич. Я считаю, что для того, чтобы транспортная отрасль, она отвечала требованиям экономики, во-первых, прежде всего, население у нас, надо решить задачу, чтобы население поднимать зарплаты, это значит новые рабочие места, это новое производство, это там планы размещения производительных сил, над этим всерьез думать. И второе, транспортная отрасль должен обеспечивать отечественный подвижной состав. Прежде всего, чтобы себестоимость перевозок была рублевой, а не валютной. А, Дмитрий Борисович? Ну, я, наверное, некоторым образом подытожу ответы коллег. Что касается развития грузового транспорта, то там есть проблемы, они конкретные и частные, они точно решаются с помощью увеличения инвестиций. Что касается проблем пассажирского транспорта, то прежде всего надо решить глобальную проблему и повысить удельные доходы нашего населения по отношению к уровню транспортных тарифов. Тогда и многие проблемы пассажирского транспорта решатся вполне естественным образом. Ну, здесь, наверное, та же самая проблема, что и во многих других отраслях экономики. Не люди должны быть для транспорта, а транспорт для людей. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.